Альбувир – противовирусный препарат нового поколения. Каждый из нас вполне осведомлен и понимает, что одной из самых серьезных угроз для жизни на нашей планете являются вирусы, вирусные болезни и их последствия. Во все времена специалисты всего мира прилагали и прилагают большие усилия, чтобы предотвратить и саму опасность, и те последствия, которые могут стать необратимыми не только для отдельного региона или страны, но и для всего человечества. Ведь именно вирусные заболевания называют чумой 21 века. Вирусные заболевания также наносят огромный ущерб животноводческой и птицеводческой отраслям. Несмотря на широкий ассортимент живых и инактивированных вакцин, соблюдение ветеринарно-санитарных требований по профилактике заноса и распространения инфекции, большинство хозяйств остаются под постоянной угрозой возникновения вирусных заболеваний, особенно болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур, классической чумы свиней, болезнь АОЭСКИ и многих других известных и еще неизвестных болезней. Часто возрастает количество случаев с атипичным течением болезни Ньюкасла, субклинической формой инфекционной бурсальной болезни, о наличии которых можно судить только по увеличению титров специфических антител, снижению продуктивности и общей сохранности птицы. Ситуация осложняется наличием в птичниках условно-патогенной микрофлоры, в результате чего усиливаются осложнения после иммунизации, понижается эффективность вакцинации, возрастает падеж птицы. Не исключена персистенция полевых вирусов в организме цыплят, что также является причиной снижения иммунного эффекта при проведении плановых специфических обработок птицы против вирусных заболеваний. Перед ветеринарным врачом любого предприятия стоит первоочередная задача не допустить проникновения вирусных заболеваний и распространения инфекционного агента на территорию хозяйства. Разработка препаратов, блокирующих репродукцию вируса при проведении вакцинации против вирусных заболеваний птицы, способствовала бы повышению иммунного ответа на введение вакцины, а также увеличению сохранности птицы, улучшению экономических показателей и качества конечного продукта. Известно, что вирусные заболевания в животноводческой отрасли, в том числе в птицеводстве, являются проблемой и основным риском в этой отрасли. Ни одна страховая компания мира, ни одно финансовое учреждение, ни одна ветеринарная компания не берет на себя никаких гарантий по защите животных в случае заболевания вирусными заболеваниями. Огромные потери несут птицеводческие и животноводческие хозяйства. Эти риски бизнес разделяет сам, и разделить, и возместить ему некому. Ветеринарный препарат Альбувир представляет собой смесь кислых олигопептидов, которые блокируют репликацию большинства вирусов и не дают геномам проникнуть внутрь клетки. Особенно препарат Альбувир эффективен при быстро размножающихся вирусах, болезни Ньюкасла, Гамбара, Марека, инфекционный бронхит кур и другие опасные инфекции. Вирус – это маленькая частица, которая состоит из белкового чехла и нуклеиновой кислоты. Он является паразитом клетки, внутриклеточным организмом. Нужно обратить ваше внимание на то, что поверхность вируса покрыта импортинами, так называемыми ключами. И если эти ключи подойдут к мембранным белкам клетки, так называемым замкам, то вирус внедряется в клетку. Внедрившись в клетку, вирус использует свою ДНК, чтобы передать информацию для процесса репликации, то есть размножения вируса. ДНК вируса тут же встраивается в ДНК захваченной клетки. И самое интересное то, что клетка забывает свою родословную и начинает штамповать клетки с полученной ДНК вируса. После того, как вирус попал в клетку, он может наплодить миллионы потомков. Противовирусный препарат Альбувир выпаивает с водой. Эффект наблюдается уже через 30 минут после его применения. Механизм действия препарата основывается на блокировании сигнальных пептидов, то есть импортинов, вследствие чего ключи клеточного ядра для вирусного генома остаются закрытыми. С одним сигнальным пептидом может связаться до сотни фрагментов Альбувира. Альбувир – первая в мире внедренная в производство динамическая система, способная приспосабливаться к конкретному организму и набору инфицирующих вирусов. Нужно помнить про иммунные антитела, которые в нормальных условиях распознают вирус и убивают его. Применение Альбувира с раннего возраста исключает микробную контаминацию благодаря восстановлению пораженного латентными вирусами иммунитета. Уважаемые коллеги! Говоря о препарате Альбувир, должен отметить, что этот препарат имеет уникальный, ни с чем не сравнимый механизм действия, который направлен на дезориентацию
системы внедрения вируса в клетку. Такой механизм действия не имеет никакой другой препарат, который используется сейчас против вируса. Поэтому считаю, что альбувир, как препарат широкого спектра действия, имеет большое будущее. Препарат альбувир абсолютно безвреден, не содержит токсинов, быстро всасывается при выпайке и уже через 8 часов его невозможно обнаружить ни в организме, ни в продукции. Многие специалисты хозяйства Украины уже используют препарат альбувир, и результаты не перестают удивлять даже самых закоренелых скептиков. При включении препарата Альбувир в схему вакцинации происходит нормальное становление титров антител и их циркуляция, что позволяет достичь синергетического эффекта подавления вирусной инфекции. Существенно снижается поствакцинальный синдром и влияние стресса на продуктивность птицы при вакцинации. Для профилактики возникновения вирусных заболеваний Альбувир предотвращает опасное заражение персистирующими вирусами животных и птицы. Препарат эффективен на всех стадиях развития инфекции. Мы уверены, что разработанный украинскими учеными препарат Альбувир станет мощным оружием по защите, профилактике и лечению инфекционных заболеваний. Хочется верить, что он будет надежным помощником в борьбе с новыми, еще более опасными вирусами и небезопасными, создаваемыми вакцинами. И без сомнения может стать пионером нового поколения антивирусных препаратов.